замечательно. Эмоции, заряд очень большой, энергии, много людей здоровых. Круто. Дня России, это действительно круто, говорит даже Наталья Николаевна, которая руководитель даже скандинавской Вот она! Организовала нас, мы вперед за здоровьем. Это тяжело, особенно неподготовленным людям. Очень. Ой, эмоции крутые, вообще, ощущения, эйфория, спорт, класс, и игра, территория первых.
Это был первый фестиваль футбола, который проводила наша федерация. Я думаю, что он прошел успешно. Все финальные матчи, финальные игры прошли в таком накале, что до последнего тура непонятно, кто будет чемпионом, кто будет призером. Это главное. Обошлось без таких сильно больших травм. Первым еще было среди детей маленьких, а сейчас вот без травм отыграли очень тоже хорошо. И большой зрительский интерес был к турниру. И мы снимали все матчи на видео, тоже это большой плюс. Я думаю, что фестиваль удался, в дальнейшем будем практиковать его дальше.
всех. Почти. Впереди всех с конца. Конечно же, нет. Но ничего. Спортивная редакция в сборе. Кто бы что ни говорил, но Югра очень спортивная, потому что, посмотрите, мне почти кажется, вся дистанция, и все бегут, никто не сдается. Мне кажется, это будет рекорд по количеству участников, просто огромная толпа людей. Как ты думаешь, сколько? Я даже боюсь предположить, но судя по номерам, вот я вижу 2066. Если они идут по порядку, то получается больше 2000 участников. Это невероятно. Варвара с нами, Варвара не хочет нас оставлять позади. Я считаю, это правильно. Я считаю, только так команда поступает. Поделитесь эмоциями, как бежится? Шикарно, мы из Новосибирска, мы счастливы, что мы приехали. Специально ради этого приехали? Ну, не специально, но приехали, успели. Бежи всей семьей, самый маленький впереди 4 года. Ой, обогнал нас. Молодец, какой. Вы первый раз бежите? Здесь, да, до этого в Омске бегала. Ну, там марафон и полумарафон. И не сломай. И вот он финальный, финальный рывок, финальная прямая, финишная прямая. В такой момент можно почувствовать себя настоящим спортсменом, помахать всем болельщикам, и не важно, что они поддерживают не нас, но это очень круто, это... Офигенная атмосфера. И только ради этого стоит принять участие в этом забеге. We'll be right back.
Вот это Александр Поварницын. Это просто какой-то джокер. Будем надеяться, что он действительно сегодня будет джокером и удивит публику не только своим внешним видом, но и формой. Ребят уже давно созрел этот план, но как-то повезло сейчас совместить приятное с полезным. К сожалению, сегодня не удалось из-за этого нормально размяться. Но, тем не менее, это шоу. Мы устраиваем шоу. Прошу прощения. И это круто. Да, все в шоке были, конечно. Нет, это очень интересно. Жалко, что дальше не попал, но еще бы порадовал, наверное, своим выступлением тут. У нас так называемая игра была, я ему вчера вызов кинул, мы с Петром Пащенко придумали такую идею. Александр мне ответил в комментариях, завтра тебя ждет сюрприз. На самом деле, даже не догадывался, какой будет сюрприз, думал, он схитрит как-то там в лыжах или еще что-то. Ну, блин, он меня, если честно, удивил, очень прикольный образ. Вообще, рассмешил меня капитально, блин, но ничего, это не помешало мне выиграть его.